Приветствую вас, мои дорогущие невероятные друзья. Мы с вами сегодня будем играть в одну очень интересную инди-игру, про которую наверняка мало кто слышал. Даже сам Мисей Каплинов снимал про нее давным-давно. Эта игра называется Blood Waves. Вышла она давно, инди-проект, суть которого заключается в том, что нам нужно уничтожать огромное количество мобья живого, который пытается поглотить наше тело, наши мозги. Ну, собственно, вот это наша главная героиня. Бабенцы с дробовиком, с мачете, она очень любит убивать зомби, с грудью ей не повезло, но, возможно, у нее есть какие-то бесценные навыки, а именно навыки выживания. Суть потому, что игра находится в версии 0.71, она даже не ушла из раннего доступа. Больше обновлений мы не увидим, но посмотрим, чем она цепляет. Музыка, по крайней мере, классная, видео все на ультрах стоит, сглаживание нафиг не нужно. В общем, начинаем играть, смотреть, что тут вообще происходит. Выживание. Волновой режим. Бесконечная орда. Видимо, бесконечная орда включается тогда, когда мы полностью пройдем все волны. Это типа самый крутой режим. Режим немного. В кооперативе, к сожалению, играть тоже не получится. Но посмотрим, какие механики. 40 ачивок есть. Это ж надо было их вклеить сюда. Видимо, убийство первого зомби, убийство второго зомби, выжить в первой волне и так далее. Причем ачивки были не переведены, хотя текст переведен. Это тоже немножко странно. Так, мы находимся вот здесь, у нас 100 хп. Привет, это короткое обучение, которое поможет тебе легче ориентироваться в игре. Во время боя следи за показателями здоровья и выносливости. Выносливость используется для ближнего боя, спринта и кувырки. Если героиня перестает бить мечом, значит нужно снять выносливость. Очки выживания начисляются за все действия в игре. Лучший результат попадает в лидерборд. Также вы можете увидеть номер текущей волны и количество оставшихся врагов. Конечно, вы будете зарабатывать за убийство зомби, собирать в виде дропа. Кроме того, нижний блок отображает запас патронов выбранного оружия. Основа управления. Апс крайне работает до тех пор, пока ваш персонаж не умрет. Вы можете продолжить игру после выхода в главное меню или выхода. То есть тут какая-то еще есть. Ну, то есть... Сюжета тут как такового нету даже. Стой, а что, это все это максимальное отдаление? Так, у нас сейчас есть только пистолеты и мачете. Ух, нихера себе. Между прочим, еще и отдача нехилая. Так, и наша Лара Крофт очень медленно передвигается. О, как же некомфортно, как же неинтересно стрелять в этой игре. Твою ж мать. Да, давно я не видел настолько топорной и бестолковой физики. Настолько неинтересная система стрельбы. Это просто кошмар какой-то. Как будто я вернулся в начало нулевых. Ну ладно, возможно, есть какое-то оружие, которое прям подарит настоящий кайф. Так, суть потому, что у меня 100 хп, он что, меня не укусил? Холостой пусть был. Так. Так, денежки. Ух, ничего себе. У зомби есть доллары. Видимо, магнатом каким-то был. Или какой-нибудь брокером. Ну. Что дальше? Ай, 5 хп, 1 укус. Хорошо. А, у меня хп восстанавливается. Вот в чем прикол-то. Не заметил сразу. Так, ну зончик бодрый. Если это всего лишь один трек, который будет пускаться по кругу, это, конечно, вообще не весело. Ну, пока нам буль. Чего не скажешь про систему стрельбы. Так, ну ладно, и камеру, которую можно было отдалить. Но, видимо, это специально сделано для того, чтобы мы могли лицезреть прекрасные ягодицы главной героини. Движок Unity, это чувствуется. Но при этом, могли бы сделать систему стрельбы какую-нибудь более интересную. Ладно, не буду придираться. Так, стоп. То есть нас отсюда выпроваживают вот сюда. То есть мы будем не на одной арене сражаться, это приятно. Чем-то отдаленно это напоминает Killing Floor, но третьего лица. Ничего себе, садомазом магазин. В комнате магазина вам предстоит приобретать новое оружие и пополнять запасы патрон. Также можно закупать бригады, ловушки, они значительно повысят шансы на выживание. Верстак. За каждую пройденную волну начисляется одно очко улучшений. Используйте эти очки для улучшения характеристик оружия и ловушек в верстаке. Полностью улучшенное оружие или ловушка всегда ощутимо мощнее дефолтной версии. Логично. За каждую пройденную волну начисляется одно очко. Стол навыков может вам улучшить навыки персонажа. Поможет.
Улучшение навыков всегда положительно сказывается на длительности выживания. Логично просто до жопы. Так, ладно, у нас есть одно очко выживания, и у нас есть очень мало доллеров. Так, дробовик 6000, разумеется, автомат Калашников, ничего себе, 12-й. СМГ 3000 долларов, то есть у меня хватит только лишь на приобретение патрон к кольту 1911. Ловушка, как он поможет? Ооо, ловушка 15 тысяч долларов, супер, ничего себе, турель. Турель? А, классно. А почему турель 1000 долларов стоит? Баррикада. Так, баррикада, огнемет 3000, ах ты. И вот эта вот мясорубка, вот эта обалденная вещь, конечно, которая просто крутится и всех режет. К сожалению, тут расчлененки-то нету. А вопа, миниганчик и, естественно, звезда пролетариатов РПГ-7. Так, а это у нас верстачок, где можно улучшить навыки. Так, плюс 25% больше очков здоровья. Сопротивление урона от зомби, больше выносливости, скидка на ремонт. Регенерация здоровья в секунду увеличивается на 2%. Ну, я думаю, что самый первый перк это и плюс 25. Оп. Если они будут кусать, по крайней мере, не будут очень быстро убивать. Так, отлично, у меня 800 долларов, это мало на что хватит. Так, верстак это вот. Это улучшение. Нет, но улучшать пистолет, который без того беспонтовый. Такой себе. Так, арена у нас одна. Используйте баррикад ловушки. Можно построить защитную базу, создав себе дополнительную поддержку в волне. Пример застройки можно увидеть на скриншоте. О, ну это классно, конечно. Это можно прям вообще десятки волн выживать в таком ключе. Классно. Хоть я не очень люблю, в принципе, строиться, но... Так. Меню стройки. Где-нибудь вот здесь поставить по центру. Самый беспроигрышный вариант. Во. Всё. Начать волну! Хо-хо-хо. Ну покажите, что вы способны сделать со мной. Я... Так, дверь открывается. Так, стоп. Это не автоматически, что ли? А, нет. Ой, как же она медленно стреляет. А я думал, это имба уже, которая дает сразу. Наивно. Так, ладно, без апгрейда. Трудновато. Так, ладно, нужно бегать возле пушки. Да. Вряд ли вам захочется в эту игру играть больше одного-два раз, двух раз. Есть, конечно, прикольная мотивация на строительство. Мотивация получить ачивки, если вы, опять же, любите это делать. Ачивки Рочерством заниматься. О, там, блин, мне показалась купюрка хрустящая. Так, интересно, у него же ограниченное количество хп, да? То есть он просто на дуло бежит и все. Ладно, по крайней мере, он отвлекает еще. Урон почти не наносит, но отвлекает. Кэшбэк, вау. Пользуйтесь кэшбэком нашего банка. Отстреливайте зомбятинку. Okay. Эх, жалко, расчленёнки нету. А ведь движок Unity. Вполне бы могли бы сделать. Так. Да, как же это нелепо смотрится. Это максимально нелепо смотрится. Ну все, у меня патрон мало, но 6 зомби осталось. Видимо, у моей тройки бесконечное количество хп. Все. На этом настала большая печаль. Надеюсь, денег мне хватит. Так, ну 33-200. Я надеюсь, что за окончание-то мне еще отцепят. О, еще денежка. Ах, ты ж, блин, ну по крайней мере взрыв. О, все-таки тут есть расчлененка. Отлично. Так, а что мне делать? У меня нету совершенно никаких патронов. Ладно, бегать и рубить. Пробежимся маленько. Анимация весьма бедная. Одна анимация на всех зомби. Да, это печально, конечно. Вот, хорошо. Аккуратненько.
Ну да, даже порезы на них остаются. В принципе, недурственно. Но стрелять из пистолета ужасно, максимально. Насколько я сильно люблю Коль 1911, настолько это ужасная стрельба из него. Пожалуй, худшая. Так. Ох, хорошо, всех зарезал. 4400 волна пройдена, отлично. Одно очко навыков, одно улучшение доступно. Хорошо. Так, ну, по крайней мере, я уже могу тяжеленькое оружие купить. Ну-ка, что тут у нас? Дробовичок. СМГшка. Ну, СМГшку, пожалуй. Так. СМГшку можно улучшить. Запас патронов. Так, урон. Ага, сколько это стоит? Сколько лучше? Сколько стоит-то? А, вообще нисколько, просто улучшение. Хорошо. Каждый ствол можно улучшить единожды. Видимо, да? Угу. Так, ловушки. Огнемет, мясорубка, бревно смерти. Так, на турель я брать уже не буду. Прочность увеличивается и урон вообще. Вообще плохо. Вот копить на мясорубку. Мясорубка это самая имба. Или хотя бы на огнемет. Огнемет, по крайней мере, по площади будет фигачить. Так, что у меня там по патронам? Угу, патронов вообще нету. Так, в разработке. Но суть потому, что игра не поддерживается, мы это не увидим, что это за ящик такой. Возможно, там какие-то хотели космические плюшки добавить. Так, больше очков здоровья. Что там еще? Меньше урона от кислотных зомби. Там еще будут кислотные зомби. Жуть какая. Так, дольше действия неуязвимости. Меньше урона от бомберов. Боже мой, какое количество еще там добавить очки брони. У меня что, и броня будет? Восстановление очков здоровья. Так, ну ладно, наверное, восстановление очков здоровья было бы не лишним. Так, замечательно. Навык прокачали. На сундук. Умилялись. Патроны. Патроны где взять? Ночку умений. Патроны, видимо, взять тут, да? Купить, цена. СМГ, да, СМГ патроны. По максимуму. 7, то есть по одному магазину. Так, хорошо. Меню стройки нет. Ну там взорвалась, поэтому еще я хотел еще. Давай, новая волна! Новая волна, удиви меня. Так, я надеюсь, хватит мне патрон. Но их совсем немного. Так, а зомби уже 30 штук. Ну это совсем другое дело. Правда, все равно механика стрельбы убогая, унылая и чертовски устарелая. Несмотря на то, что движок свежий. Так. Хорошо, у нас здесь хватает. Ооо, шмётки. Это красиво. Тихо. Так, пока кислотных никаких бомберов я не вижу. Видимо, они будут уже после какой-то десятой, наверное, волны. Или после пятой. Это было бы логично. Так. Хорошо. Кто-нибудь еще? Так. 15 еще целых. А у меня патронов мало. Придется опять мачете. Ну, мне восстановили здоровье. Плюс 3. О, хорошо. Ну и надо плюс 2. Все, беда. Блин, СМГ. Я тебя еще недолюбливал с GTA. Очень быстро заканчиваются патроны. А все, беда теперь. Как же мне дальше действовать? С мачете рубить. Да, видимо, 7 зомби придется рубить с мачете. Максимально это выглядит странно. Особенно анимация такая. Ой, а игра ведь не очень старенькая. Но все-таки инди-проект, понятное дело, сделан на коленке. И довольно неплохо, если учитывать это. На 1-2 вечера вполне себе можно поиграть. Давай,
давай, ничего станется. О, 38 хп. Это что-то прям перегнул. Так, ладно, их осталось пятеро, и они очень сильно ранены. О, пузатенький прибежал еще. Что ж ты до этого-то не прибежал? Специально решил поэкономить силы или Биг Мак сожрал? Блин, ну смотрите, вот реально, как будто у него не руки, а плетки какие-то. Жутко нереалистично. Но это игра про зомби, и надеюсь, что зомби никогда не станут реальностью. Ой, 18 хп. У меня удар тратит выносливость, и бег тратит выносливость. Поэтому надо, исходя из этого, строить свои тактические маневры. Так, друзья, ну что, четвертая волна приближается. Я дорубил тех зомби, прокачал еще раз СМГшку. До фула, просто до предела забил патроны. Ну что? Ну, урон стал больше, вместимость патрон... Общая вместимость. О, уже появились зомби с мачете. Как страшно. Что же будет дальше, а? Так, ну урон реально стал выше. Теперь не будет таких ситуаций, когда нужно будет отбиваться с мачете. Так, умение я пока никого не ставил дополнительное. Так. Ну все. Быстро половчился. Ох ты! Быстро. Так, без ловушек уже сложно. Хотя это только четвертая волна. Так, вслепую можно стрелять, но... Не, нормально. Притык нормально. Ах! Ай-я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 й
Весь банк мне высыпали. О, твари мерзкие, сдохните. Гнойные мешки. О, денежка. Денежки, правда, тут появляются очень забавно, как в GTA какой-нибудь Vice City. Ух. Вся волна пройдена. Прибавилось только один монстр с мачете. И все, пока на этом. Ну, это только четвертая волна, дальше же будет интереснее. И кислотные зомби какие-то появятся, и бомберы. Возможно, какие-нибудь танки. Посмотрим. Так, друзья, мы продолжаем. И у меня появился дробовик. Я его даже прокачал. Купил даже патроны. Денег теперь ни черта нету. Но дробовик, он же сразу наверняка убивает зомби. Посмотрим. О, точно. Ох, имба какая. Прям сразу... В смысле, они встают и опять идут? Это же дробовик. Я что, солью по ним стреляю? Какого черта они просто станется? Вот, ладно, нужно как в постели стрелять именно в голову. Ну, хорошо, можно контролировать. Очень долгая перезарядка. Она причем так лениво это делает. Ох. Стрелок я, конечно, божественный. Ни в одну команду меня не возьмут. Но тут команды и нет. Ну? Да, с дробовиком стало чуть-чуть так бодрее. Опа. Не-не-не-не-не-не-не, давай СМГшку. Какое-то разнообразие должно же быть. Маньячилы вонючие за мной гоняются. Да, сдохните, я не сдамся вам в сексуальное рабство. Реветь там, а? Нади, мрази, нади, нади, жрите! О, как же у них классно лопаются бошки, а? Как спелые сливки. Ох, со всех щелей бьют. А так как щелей тут нету к двери, это предсказуемо.
Не то, что в Killing Floor, когда могли мелкие монстры с потолка спрыгнуть. Привет-то, а? Давайте бомбистов зовите. Этот трэш меня уже не вдохновляет. Мне нужны новые вызовы. Мерзкий жертвы, битмак. Ну что, хреновые мазафакеры, готовы? Я уже барьер расставил, прикупил опять патрон. И умение сопротивления укусам зомби. Фу, кислотный зомби. Все, все пошло по плану. Но по зомбячьему плану. Это уже паника охватила меня. Так, видимо, они, если кусаются, кислотные зомби, то дохрена урон наносит. Или, видимо, периодический урон какой-то. По крайней мере, я не заметил, чтобы они плевались. Как плевальщицы те же самые, так они урон попридут. Нет, видимо. От колев урона не получают. Но они отвлекаются на них, это уже хорошо. Мерзкий вонючий гопник. Да, всем феминисткам наверняка эта игра очень понравится. Несмотря на все ее минусы. Эта игра про очень сильную женщину, которая сражается с ордами невыносимых мужиков. Так, а это самка зомбячина. Ой-о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 й-
что-нибудь дерьмово. Но барьеры все-таки покупать стоит. Потому что на них зомби отвлекаются. Мать! Давай же, давай же! Да, кислотная блевальщица вообще абсолютно ничего себе не представляет. Ее легко убить, она также медленно бегает, как остальные. То есть суть в том, что ей просто не попадаться, чтобы она не укусила. Ничего, следующая волна уже будет с калашом. Вот и вы меня попляшете. Лишь бы дожить до нее. До этой волны. Потому что зомби становится все больше и больше. Жалко, гранаты нету. Жалко, у меня руки такие кривые, что я не попадаю. Давай, 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 детка, перезаряжайся быстрее. Много-то, а выносливости мало. Ладно, патрон хватит уже хорошо. И наверняка она может приносить огромное количество оружия, как в GTA. Поэтому, если я, например, возьму калаш, мне не нужно будет выкидывать дробовик. Это уже хорошо. Ну, 700, я богатею. Прямо на глаза. Она все-таки блюется. Ну, тогда хорошо. А то я думал, это было бы максимально бесполезно. Ну, явно видно, что разработчики вдохновлялись Left 4 Dead. Так, так, так. Значит, ждем танков, одноруких дручунов и курильщиков. О, все. Кажется, да. Так, деньги все сперли у вас. У-ху. Ну что, братцы, зарядимся на последнюю волну для этого видео. Если вам нравится эта игрушка и хотите, чтобы я выпускал по ней дальше видосы, но, возможно, найдутся и такие, то пишите в комментариях, давай еще одну серийку. А мы начинаем заключительную волну на эту серию. Я надеюсь, что я ее переживу. Автомат Калашникова 12. Вот смотри, как реалистично он выглядит. Обалденно.
Так, баррикад уже нету, я вот купил патроны для Калашникова по фулу и, собственно, для СМГшки. Больше не надо, зачем? Так. Ох, как же вас много-то. Ну и что вы мне сделаете? Вы все бежите с одной стороны. Это перезаряжается, ну, конечно, классно. Анимация очень странная перезарядка. Такое ощущение, что она с воздуха берет все. А, блин, да ладно, ты пузатый вообще, ты что, супер бронированный? Ну, тактика максимально простая, то есть бегаем вокруг, собираем огромную толпу и по ней уже отстреливаем. Опасности вот эти одиночки вообще не представляют. Но наверняка дальше будут жестче противники, так что расслабляться рано. Друзья, так что ставьте лайкосы. И я думаю, дальше будет игра реально интереснее. О, у нас еще и патроны теперь выпадают из них, это просто сказка какая-то. Не только бабосиками будем рады. Бабосикам будем рады, бабосиками рады. А, мерзкие, вонючие, пузатые. У пузатых, видимо, чуть больше жизни. Единственное отличие. Бегают они так же быстро, как и дрищи. Так. Ничего, патрон много. Волна большая, но патрон много. Кислотных мало. Пока щадят нас. Хорош ты там. Вообще, бедные мужики не обнимали вас давно. Так ласки требуют. Не, вот жалко, что тут гранат, коктейль молотова нет. Прям напрашивается все это. Хотя наверняка в такой игре это было бы слишком имбалансно. Вы чавкаете-то, ублюдки. Нате, нате, жрите. Вкусный свинец. 5.45, калибр. Твою мать. Колонны еще. Опа, это что такое? Это за кольцо всевластия. Святой Генда. Что это за кольцо? Блин, ну нет, оно не исчезло. Что это? Неуязви... О, святая неуязвимость. Еще никакого времени там. А, ну вот наверху она. Неуязвимость, ну... А, я могу стрелять. Видимо, я был слишком близко к ним. Так, на волну патронов не хватает. Так. Ну что, на этом закончим. Спасибо всем за внимание, дорогие друзья. Я думаю, что... Для одной игровой сессии контента, в принципе, достаточно. Пишите, как вам игрушка, хотите ли вы увидеть дальше. Может быть, волны будут еще интереснее, насыщеннее. Оружие будет, у нас появится, наконец-таки, бензопила. Суперкрутая ловушка, которая будет всех пилить. Возможно, увидим расчлененку полноценную. Прокачаем оружие, возьмем снайперскую винтовку. Хотя в битве с мобами вот этими она будет максимально как-то странно смотреться. А вот миниган, это да, это оружие, которое я хочу затестить. Так что я думаю, что в любом случае один или два ролика еще по этой игре можно выпустить. Всем спасибо огромное за внимание. До скорых ярких встреч в новых мясных интересных проектах. Ну и в продолжении Blood Waves. Пока-пока, успехов.